атеистические брошюрки. В каждом магазине был отдел атеистической литературы. Сейчас их нет, куда-то они исчезли. А тогда были. И вот в этих брошюрках они, эти атеисты, такая, вот смотрите, как, какие разногласия. Один говорит, что там было двое, а этот говорит только один. Этот указывает на то, что было, а этот не упоминает совсем об этом, хотя они вместе, говорит, ходили. То есть что-то видели. Ну и такой, говорит, а ты посмотри, вот едем, говорит, в вагоне, и 10 человек смотрят в окно. В одно окно все смотрят. И теперь каждого спроси, что ты видел за окном. Ни один из них точно то, что все, ничего не повторит. Потому что каждый заметил то, что было, ну, воспринятием его, взгляду его. Один, может быть, заметил красоту неба, облаков, другой обратил на растительность, третий что-то увидел, что-то бежит за окном, это отметил. Но главное-то все они едины, в одном поезде ехали, в одно окно смотрели. Так и ученики отразили. Один отразил это событие, которое было, а другой не отразил. Притчи, много ли притч в Евангелии от Иоанна? Нету, немного совсем. А в Евангелии от Матфея много притч. То есть тот говорил, Матфей вот писал для иудеев, и много нужно было, ее ищет чудес и прочее. А Иоанн совсем о другом. Евангелие начинается с чего? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И когда есть символы изображения апостолов, то смотрите, Матфей изображается, что с ним рядом стоит? Человек. Лука, что с ним рядом стоит? Бык, волк. Марк, лев. А Иоанн Богослов, что? Орел. Символы какие так уже дали святые отцы этим. То есть о чем говорят? У евангелиста Иоанна совсем богослово было другое, сразу возвышенное. Вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. А Матфей начинает родословие читать, говорит, зачем это он написал, для чего это он написал столько это. Тот родил того, другой родил другого, да еще это, если, говорит, и насмехается. Ну, не все, говорит, там написано, что все мужики рождаются. Нет ни одной женщины, все родил тот. Адам родил того и так продолжает. Потому что родословие это по мужским линиям велось. Поэтому и здесь Иоанн Златоуст говорит, что евангелисты, хотя писали все в разное время, не сообразуясь со каждым с другим. То есть, вот бы спросил бы Марка писать, Матфея, Матфей, ты о чем написал? И говорит, а я буду писать о другом. Или Лука спросил бы Марка, Марк, а ты чего написал? Я буду писать. Нет. Но писали-то об одном и том же. Почему? Потому что рукой их, говорит, водил Дух Святой. Есть в Греции Иоанно-Богословский монастырь. Я там был. И там есть пещера Откровения. Будто бы когда Иоанн Богослов был там, то в этой пещере. Пещера, ну, она вот, как взять вот эта вот комната, вот такая небольшая. Низкий свод такой, все это камни. Вот. Ну и постоянно идут там туристы, идут постоянно. Одна группа выходит, другая заходит. Но есть место в стене, вот так вот, и большая, такая небольшая выемка. Говорится, почему? Когда сидел, говорит, писал здесь Иоанн Богослов, то рукой как бы упирался о скалу, и в скале получилось это углубление. Как бы он упирался, как бы выгорела скала даже от этого, когда он писал. Так и называется пещера Откровения. Все, не болезнь. Там совершается служба на греческом языке. Но когда служба-то известна, то уже я догадываюсь, что ага, сейчас я это делаю. Слова-то не понимаешь, но я догадываюсь, о чем говорит тот совершающий чинодейство. На литургии мы были. Приехали рано с Мариной на литургии, там были. А так туристы постоянно приходят, одна группа вышла, другая заходит. Одна вышла, другая группа заводит другую. То есть со всего мира туда едут. Вот Иоанн Богослов писал там в этой пещере. Где другие писали? Ну, в других где-то местах. Но писали они все от одного. Говорится, Дух Святой водил рукою этих евангелистов. Когда спросят, что у вас, где разногласия какие-то были, где какие разногласия? Если были разногласия, то по сегодняшнему день еще спорили, а то нет. Везде сегодня. Евангелие, все Новый Завет и Библия переведены. Ну, я не могу даже сказать, ну, наверное, уже и на тысячи языков там, это, на все языки.
переведены столько. И у всех об одном и том же говорится. Нигде не может, что там как-то другое что-то переведены. Сейчас и на Алтае, и на алтайские языки переводят, там и я видел там на удмуртском языке есть Евангелие, там, и на других языках, там, и на татарском, на многих, даже в нашей здесь, на всех почти, какие есть народности у нас, на всех народностях есть переводы Евангелия этих. И все Евангелия говорят о том, что читаем и мы. По-другому, ну, не может быть. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.